Сегодня я хотела бы коротко рассказать о программе «Финансовая экономика и финтех». Программа реализуется на факультете финансовой экономики Одинцовского филиала МГИМО. Наша программа имеет ряд особенностей. Во-первых, финтех. Понятие крайне актуальное сегодня, и мы не могли не принять этого внимания при составлении нашей программы. Совместно с компанией Accenture для студентов нашей программы мы разработали уникальный курс, который называется «Обзор финансовых технологий и цифровых компетенций будущего». В этом курсе мы попытались осветить все существующие на данный момент современные цифровые финансовые технологии, как существующие как в России, так и в мире. Компания Accenture – мировой лидер в области консалтинга, в том числе и по вопросам внедрения информационных технологий в финансовом секторе. Вторая особенность программы – это высокий уровень языковой подготовки. И это особенность не только нашей программы, но и всех программ МГИМО. Выпускники МГИМО прекрасно владеют иностранным языком, в том числе профессиональным аспектом. Третий важный момент. В рамках нашей программы мы уделяем особое внимание изучению фундаментальных экономических и математических дисциплин. Мы полагаем, что сегодня, чтобы профессионально разбираться в современных реалиях как экономики в целом, так и финансового рынка в частности, необходимо обладать именно фундаментальными экономическими и математическими знаниями. Как бы быстро ни менялся наш мир, все изменения строятся именно на фундаментальных знаниях. Поэтому на первых двух курсах нашей программы изучаются такие дисциплины, как микро- и макроэкономика, мировая экономика, международно-экономические отношения, линейная алгебра, дискретная математика, финансовая математика, статистика. Ну и последнее, но не менее важное. Студенты нашей программы имеют возможность после второго курса продолжить обучение в британской Henley Business School. Это одна из лучших бизнес-школ Великобритании. В заключение хотелось бы отметить, что наша программа скрупулезно выстраивалась в тесном контакте с крупными российскими компаниями, потенциальными работодателями наших выпускников. И мы полагаем, что выпускники нашей программы в ближайшем недалеком будущем займут ключевые позиции в финансовых компаниях, как государственных, так и частных, как российских, так и международных. Более подробную информацию о программе «Финансовая экономика и финтех» вы можете найти на сайте Одинцовского филиала МГИМО.